Чтить память и подвиги боевой славы – неотъемлемая традиция, объединяющая разные поколения нашей Родины. В честь годовщины победы в Великой Отечественной войне в Институте экономики и управления Крымского федерального прошел торжественный концерт-митинг. Воспитание патриотизма и обогащение духовного мира молодежи через обращение к героическому прошлому нашей страны – главная цель концерта, и осуществить ее можно через студентов и преподавателей вуза. Долг молодого поколения – хранить память о доблести воинов, которые отдавали свои жизни за жизни других, за жизни нашего поколения, чтобы мы жили под мирным небом. И мы должны помнить о тех подвигах, которые сделал советский народ, советский солдат, и постоянно нести это дальше своим потомкам. А чтобы окунуться в исторические события, более 40 студентов-активистов Совета обучающихся института подготовили мюзикл с элементами вокала и театрализованного представления. Этот формат проводится впервые и позволяет сплотить участников и гостей концерта. Я в этом мюзикле постановщик непосредственно мюзикла, хореограф, и участвую в нем. Подготовка была, правда, сложная, но очень интересная. Ребята очень сильно погрузились в эту тему. Это, наверное, самое главное в этом. Мы готовились очень-очень долго и очень хотим, чтобы понравилось. Музыкальные номера, театральные постановки и декламации не только дарят неподдельные эмоции гостям и артистам, но и позволяют сохранить память о подвиге воинов. Ведь творчество способно выражать и передавать историю во всех своих проявлениях. Елизавета Черкашина, Никита Шостак, пресс-служба Крымского федерального университета.